23 сентября в селении Хунзах Хунзахского района состоятся скачки в честь муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди, организованные администрацией района. Ожидается приезд многочисленных гостей и участников не только из Дагестана, но и из других регионов. Общий призовой фонд турнира составит 540 тысяч рублей. В рамках состязания состоятся три заезда на 3, 5 и 7 кругов. Для победителей и призеров соревнований предусмотрены денежные призы. Первое место – 100 тысяч рублей, второе – 50 тысяч рублей и третье – 30 тысяч.